Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы продолжаем наши стримы по игре Disciples 2 Dark Prophecy. Компанию за Империю. Вот. Будем приступать. Время не ждет. Компания нас ждет долго. Остановились, да. Миссия у нас достаточно неприятная. Нужно защитить эльфов и победить темные эльфы приспешника Мортис. Не очень мне эта миссия нравится. Из-за того, что здесь, скажем так, она частично на время, если орденежцы доберутся до поселения эльфов и все там разгромят, миссию мы проиграем. Так, ставим в первый ряд. Сюда. Я вот хоть тебе и не помню, через кого здесь играть, если честно. А играть здесь мы, наверное, будем. Играть мы здесь. Учитывая нежить. А, ну у нас лучник стоит в первом ряду. Герой, значит, мы берем мага. Мы берем хилку. Играть мы будем, если не ошибаюсь, у Лифа там разум. Поэтому играть мы будем через инквизитора. А что, мне денег не хватает. Есть что-нибудь поблизости, лавка какая-нибудь? А, бог бы с ним, давайте через рыцаря поиграем. Не будем мудрствовать лукаво. На Твиче все проверю. Да, все нормально, все идет. Все отлично. Что у нас тут? Волк. Волк. Так, на брюк у нас денег нет. Нам надо будет срочно найти лавку. По-моему, вот лавка. Уже хорошо. Есть у нас что продать. Сегодня опять я что-то навтыкался. Сил нет. Но настроение вроде есть. Так, аккуратненько выбираем лавочку. Продаем вот это. И продаем вот это. Все, у нас есть 1000 золотых. Мы можем делать апгрейды. Первым, по-моему, у нас... Кто идет? Маг 75. Да, первым надо мага апгрейдить. Делаем мага. У нас демон. Не, демон это слишком много экспы, вот. I'll do my best. А, я знаю. Мы попробуем приколоться, мы пойдем. 1600. Тебе XP 2000, тебе 2100. Попробуем через ангелов. Я давно через ангела не играл. Давайте попробуем поиграть через ангела. Так, пускай.
Да что такое? Чем мне ПБС? О! Во, все. Трансляция пошла, битрейт вижу. Да, все хорошо. Пропуска кадров у нас нет. Все замечательно. Так. Пускай вас здесь. Сейчас я. Одну минутку. Сейчас твитчик. На твитчике запущу. Проблемы, что ли? Да нет, не должно быть проблем. Нет, все. Все нормально. Открываем. Так, все, вот так. Все, поехали. Так, улучшаем хилку. I'll do my best. Мочим зеленокожих. Так, чуть-чуть опыта осталось, 123, здесь 18, так, кто-то у нас, кто? Надо кого-нибудь найти. Привет, Леш. Да, это я тут стримлю, с делами на сегодня, слава богу, разобрался, решил вот дисциплов постримить. Может быть, люди еще поднаберутся на стрим. Надо будет, если какой-то такой большой стрим, надо будет агитировать народ, чтобы кто-то смотрел на твитчике, кто-то смотрел на ВАЗде. Лучше пока, конечно, на ВАЗде, все равно надо мне там набирать просмотры и прочее. Так, 10-15. Орк-богатырь. Вот сюда тогда надо. Тут точно XP хватит там. Надо построить конюшню. Пойдем сегодня по такому пути экономии денег. Денег всегда мало. О, эльфики прут. Денег всегда мало. Так, кто нет. Так, все, апгрейд есть, все замечательно. Не так много опыта мы потеряли. Попробуем эту брать. О, да тут вообще. Я думал, что-то серьезное будет. А тут ни опыта, ни денег, нифига. Просто потратили ходы. Ну да, 100 золота, свиток скорости, такое себе удовольствие. Вот пока можно пойти пощупать.
Ну, там демоны летают. Можно пойти пощупать демонов. Ну, я говорю, читерный артефакт совершенно. Так, что там? Машина, снова. А, ходы кончились. Окей, окей. Пока у меня мало денег. Не буду я кого-то ставить. Да что такое? Что-то проблема со стримом, проблема. Экспы, отлично, город наш. Говорю, пока мало денег, жезлоносты я ставить не буду. Гоблины, демон, вот демона надо так, чем мне надо вот здесь поставить, ассасина. Чем мы по остальным? Стоим здесь, стоим здесь, все, все отлично, можно идти убивать. Подхилю. Отлично. Надо побыстрее раскачиваться. Надо магию будет обязательно сделать. Без магии здесь никуда. Хотя бабчики нужны. Наверное, защита от разума. Бой. Здесь совершенно ничего интересного. Пойдем что-нибудь продадим. Построить мы ничего не можем, потому что у нас опять нету денег. Денег вообще не очень хватает, как всегда. На Вере Харде. Ой, как лагает-то. Странно, почему это вас такую тему дает, мне интересно. Так, нужно торопиться, друзья. Горы Фюрс лежит на острове к западу отсюда. Я не знаю, сколько еще смогут продержаться. Слушай, скажи, все хорошо, родной. Скажи, все хорошо, но, блин. Мы так быстро не могем. Нам надо раскачаться. Так, а вот это вот. Блин, жаль, конечно, потерять ход. Но нам нужна экспа. И нужно обезопасить свои... Ага, понятно, уже не обезопасим. Хорошо, я вас понял. Ай. Где мой архангел? Жезлоносцы уже тут как друг. Ну что, будем, значит, захватывать пока города. Что ж такое рестрим замечательный с Вазды? Сделаем город нашим.
Говорит, поспешите быстрее к эльфам. Блин, ну как я, может, поспешите, если там сейчас начнут переть такие орды. Реально будут орды нежити. Мы там, конечно, можем разрулить некоторые темы, но со всеми справиться будет... Ну, а эльф у нас будет жезлоносцев вот такие вот. Сильный отряд. Хороший. Но не повезло, не фартануло. Он нарвался на нас. Почти по соточке экспы. Отлично. Куча всего. Так, кого мы там не отстроили? Здесь есть. Башня магии. Что это спит? О, блин. Сколько я успел? Нормально. Просто замечательно. Так, ладно. Это, наверное, больное извращение. Но придется стрим на Твиче остановить, потому что я не могу смотреть на эту божество. Те, кто может... Переходите, наверное, на Васт, что ли, я не знаю. Ну, посмотрим. Ладно, пускай трансляция идет, а там разберемся, что куда, зачем и как плохо все было. Ну, это уже и нежить. I'll do my best. Ой-ой-ой-ой-ой, как я забыл. Я забыл построить. I'm ready. А мне не на что строить. У меня есть что продать. Да, мне есть что продать. Значит, мы идем сюда. Я совсем забыл, что мне надо апгрейд на килку поставить. Вот это факапчик. Странно, очень странно. Попробуем так сделать. Может, получше будет.
проверю. Все равно стрим лагает на Твиче, я как посмотрю. Или это у меня только так лагает? Отстроили улучшение на хилку. Топчем дальше. Прям под носом у меня город забирает. Вот наглость-то. Ладно, ладно. Странно, пропуска кадров нет. Ну это реально что ли сет? С ВАЗда такое плохое качество идет. Я не понимаю. Я просто не понимаю. I'll do my best. Делаем очередного жезлоносца. Берем жезл, потому что деньги нам нужны. Будет долго ходить нежить, и там, говорю, реально целые орды, они сейчас будут переть, 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 переть. Надо будет всех их щелкать. Сначала демонов, чтобы не мешались под ногами. Все, иди нафиг отсюда. Ты. Алира? Ты.
my father. What you want? Так, надо как-то по-быстрому отстроить Т4. Все-таки заслал шпиона. Как здесь воды? Что мне эти ваши летучие скелетики? Всех не отобьешься. Денег нету, деньги нужны. Славенько, Франк. Ниахо. Будем потихонечку убивать воров. Так, ну что, на нас будут всякие зомби нападать или нет, интересно. Это уже нечестно. Алира? Так вот. Захиленный. Army.
do my best. Быстро будем. Да что-то совсем все не очень хорошо. Врубаю я стрим. А, ну ладно, пусть идет как идет. Если что, я трансляцию с ВАЗДа перенесу. Бог бы с ним. Чуть-чуть, можно будет тапнуться. I'm ready. Наверное, продажи-то особо ничего нет. Так кто? С вами я. I'll do my best. Легко и непринужденно расправляемся с товарищами. Так, надо бы еще храм поставить, чтобы резать. Вот летают тут всякие, летают редиски. Do my best. Drew me back up. Мне нужна экспа, мне дают русалку. Алира? Гениально. Ты что? Это тоже апнутые тебе. Значит, ангела надо первым делать. Ставить. Сначала еще золотишко принести, потом спокойно идти. Да, мне надо пам-пам-пам, еще 3000 золота где-то взять на фул экономику, на фул расстройку точно. Надеюсь, я успею.
do my best. Drew me back to my I'm ready. Alira? Yes? Надо пускать еще раз. Где я здесь? Ага! I'm ready. Куномера? Так, ставим улучшение ангела. Руины, если их еще не вычистили, надо вычистить руины. Вот этих убить героев, вот там еще этот приз собрать. Тут, по-моему, сейчас оборотни еще нападают будут. Как хочешь всего. Ну там они пускай прикалываются по-своему. Ты шутишь, да? Зараза. Взял моих прокачанных. Накрыл. Вон оттуда меня же прет, там туда и надо. Хотя, может, пофигу. А нет, не пофигу, там и драконы будут и прочее. Надо раскачать с руины разграблены. Окей. Значит, мы. I'll do my best. Быстрый поединок. Куномера? I'm ready. Как-то так. Надо еще покурить сходить. И чаю налить. Да, дети, не курите. Я ни в коем случае курение не пропагандирую. Это моя пагубная привычка, да. Исключительно моя. Делать так не нужно. Вот это да, вот это жесть. Вот это парнишка здесь нарисовался. Не сотрешь. Надо его выстегивать. Надо его выстегивать первым делом. Do my best. Я сначала чпокнем этого. Oh,
во-во-во. Чё не знают мои бабки. Все, сейчас мы будем отстраиваться. Тир 4. И можно идти. Главную миссию, главную цель миссии проходить. Единственное, вот эту Носферату надо еще пукнуть, потому что если он дойдет до эльфов, эльфам будет очень плохо. А это мне не надо. Я так могу проиграть миссию. Ладно, бог бы с ней. Я пожертвую опытом. И даже если мне кто-то там захочет апнуться, надо вынести этого Носферату. Вот. А, во, лавка. Ё-моё, это чё у меня со стримом? Ладно. Да, шикарное качество, конечно, на Твиче. Ой, привет, Лёш, если ты здесь. Это все равно не пригодится, это не пригодится, это не пригодится, это не надо. Так. Сюда тир чистоты. Вот так, вот так. 577, 1200. Строим хилку, потом будем строить. Так, кто мы по 35? Паралич. Приятно. Ну ладно, зато эти может апнуться побыстрее. Так, у меня рисунки рук. Тебе так. Тебе вот так. Тебе полтинничек. Все. Thank you.
what you want. Происходит нежеская вакханалия. Так, все, теперь мы точно должны идти вперед, исключительно вперед, и не останавливаться. Уже некроманты пошли. О, серьезная тема. Все, надо быстрее бежать. Время поджимает. Так, хоть опыт заработаем. Что за переподключение? Интернет, что ли, так лагает? Не понимаю. Так, ладно.